Это Алис. Вы на канале? Планета Алис. Мы на канале Планета Алис. Сегодня будем делать миньонов из пластилина Плейдон. Вот такой набор. Да. Формочки. Та-да-дам. А вот смотри, какой Алис. Вот такой. А мы спали. Ух ты, даже вот что есть. Это понятно. А мы спали. Ага, это чтобы раскатывать вот так. Так, давай дальше открывать. Это ролики. Это маленькие ролики. Это маленькие ролики. Маленькие ножницы. Есть еще вот такие формочки. Вы делаете миньоны. Банан, точно, и банан, вот еще, вот такой есть. Вот. О, какие маленькие. Это пластилин, маленькие коробочки, давайте его поставим. Вот, смотри, какие цвета у нас есть. Розовый. Розовый, какие еще? Розовый. Желтый. Вау. А это какой? Синий. Синий. А это какой? Черный. А это какой, Алис? Белый. А это какой? Оранжевый. И вот это? Зеленый. Очень хорошо. Это слишком туго, моя хорошая. Давай я тебе помогу. Вот белый тебе уже. Давай откроем черный. Доставай черный. О, шалит. Мама. Ой, что ты сделала, зайка? Мешаю. Не знаю. Вот так сделала. Хорошо. Да ничего страшного, ничего. Мы же все равно сейчас будем из него лепить. Смотри, вот желтый. Он тут маленький. Да. Дебилон. Что? Ножницами, да, ну вот, наконец-то мы достали весь пластилин. С чего мы начнем? Какого ты хочешь сначала сделать, Алис? Вот посмотри на картинке. Вот этот. Мы сначала будем делать вот этот. Правильно, из этого, да, из фиолетового. У него есть вот такая формочка. Смотри. Вот формочка. Подожди. Смотри, что мы должны сделать. Сначала, для того, чтобы у него получилось... Подожди, не совсем, не все сразу. Смотри, Алис. Алис, подожди, котик. Да, ну давай, накладывай вот сюда фиолетовый пластилин. Нет, это очень много, Это слишком много, смотри. Клади вот сюда фиолетовый пластилин. Вот сюда. Вот так. Побольше еще нужно, еще. Сюда мы положим немножко белого. Вот побольше сюда, вот в эту половинку
нужно класть побольше. Этот пока отодвинь, этот нам пока не нужен, Алиса. Нам сейчас нужен белый и фиолетовый. Нет, желтенький это для другого. Желтенький нам сейчас не нужен. Вот, фиолетовый это чтобы сделать. Здесь положим немножко белого, смотри-ка. Нужно же еще глазик сделать черный с белым. Посмотри на картинки, посмотри на картинки, Алиса. Ты что-то уже сделала, хорошо. Понять. Сейчас мы сделаем. Немножко сюда положим пластилина для глазика. Чуть-чуть белого. Ой. Чуть-чуть черного. Попал. Вот. Ну, бантики мы все эти не будем делать. Мы просто положим немножко белого. Да, положим белое, чтобы сделать зубки. Сюда. Вот, а теперь положим весь остальной фиолетовый, смотри. И немножко черного, чтобы сделать платьишко. Вот сюда. Я пойду. Сейчас сделаем, подожди. Вот немножко черного. Подожди, сейчас побольше фиолетового нужно положить, а то у нас не получится целый. Сюда, и теперь мы закроем и посмотрим, как получится. Все. Еще хочешь? Давай еще, давай, давай еще. Но я боюсь, весь не влезет, Алиса, это слишком много, наверное. Давай, нажимай, закрывай хорошенечко. Закрывай хорошенько, хорошенько нажимай, чтобы он там весь пропечатался. Вот, теперь мы снимем лишнее, давай, что осталось. Убираю все лишнее. Давай откроем и посмотрим, как получилось. Смотри-ка. Та-дам! Очень хорошо получилось. Вот что у нас получилось. Ну, в принципе, для первого раза очень даже, по-моему, неплохо. Да, Алиса? Да. Вот и этот. Хорошо, давай делай теперь вот этот. Какого он цвета, ты не помнишь? Какого? Оранжевого? Да. Оранжевого. Хорошо, давай-ка. Сюда. Нет, Алиса, он делается вот в этой формочке. В этой уже мы сделали, теперь делается вот в этой формочке. И нам нужно, смотри, очень хорошо вот так распределить оранжевый пластилин по всей формочке. На еще везде вот так вот расправили хорошенечко. Посмотри, где еще осталось. Так, где еще место осталось? Вот сюда заполняй. Сюда. Хорошенько. Давай, смотри, где еще нет пластилина. Вот здесь. Вот здесь. Давай, я тебе буду подкладывать, и ты хорошенько разминай все это. Вот здесь чуть-чуть. В серединке есть. Пустое место с краешком. Вот здесь. Вот. Вот здесь ножки. Здесь еще чуть-чуть. Ну, давай посмотрим. Подожди, аккуратненько расстрелим. Ой, смотри. Вот так вот получилось. Замечательно. Очень здорово. Видишь, он играет на своей дудке. Помнишь, когда пожар тушил Михаил? На дудке играл. Вот, получилось что. Какой ты хочешь теперь сделать? Вот этот, Алиса? Да! Который с одним глазиком, да? Ну, давай сделаем этот. Смотри, сначала мы положим черный и белый пластилин немножко для глазика. В серединку чуть-чуть черного. Нет, для глазика я делаю, смотри, для глазика я делаю вот. Черный с белым. Черный. Положим его в серединку.
квадратик, смотри-ка. Это будет глазик. Ой. Это будет квадратик. Нет, это не будет тоже глазик, потому что глазки вот такие, да, такой вот квадратик. Глазик. И теперь вокруг нужно черного, смотри еще. Ты видишь, у него же здесь вокруг? Вот такая маска черная, очки. Штанишки, а ножки черные, ножки черные. Давай. И черные ножки. Ты пока делай банан, давай. Ножки черные, штанишки синие, а все остальное желтое. Вот так вот. Мы так закрываем. Давай посмотрим, что получилось. Подожди, 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 это не с той стороны. Давай покажем его. Ну вот у него тут только чуть-чуть отвалился с этой стороны. Кусочек от маски мы вот делаем заново. Вот такой получился. На, вот такой миньон. Ты банан-то сделала или нет? А здесь снимала, поделала банан. Ну что, следующий какой? Какого ты хочешь сделать? Какого мы еще не сделали? Смотри, хочешь вот такого? Нет. Вот такого. Вот такого. Ну давай, вот такого. Девочку. Хорошо. Какого цвета у нее фартушек? Фартушек такого цвета у девочки. На коробке не нарисовал. А, фиолетовый. Смотри, фиолетовый фартушек. Вот сюда. Вот это у нее такой фартушек. Видишь, он фиолетового цвета. Нет, это ты что-то другое уже кладешь сюда. Это будут бантики. Ну хорошо, подожди. Бантики у нее оранжевые. Алис, смотри, волосы-то у нее оранжевые. Смотри, вот сюда вот волосы. Оранжевые волосы делаем. Ты какой цвет кладешь? Оранжевый? Молодец. Нет, это не оранжевый, это фиолетовый. Смотри, бантики оранжевые. Бантики, не бантики, а волосы. Волосы положили. Теперь опять глазик. А ты какой шапочку? Ой, ты такую шапочку сделала, хорошо. Давай сделаем ему теперь глазик. То есть, подожди. А это что там такое? Вот глазик, вот такой глазик будет. Давай так, надевай ей фартушек вот сюда. Вот такой вот фартушек мы сделаем. Так, а это хвостики, да? Хвостики. Вот один такой хвостик, и вот здесь другой такой хвостик. Вот, девочка, осталось сделать глазик. Смотри, глазик мы сделаем белый вот здесь в серединке. Вот такой. Вот здесь в серединке глазика мы сделаем черненький. Стой, 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 смотри, еще не все. Так, а теперь черненький в серединке глазика. Умница, давай сама, да, сама делай, конечно, делай сама. Маленький нужно взять. Смотри, нужно взять маленький. Получается очень хорошо. Молодец. Ну вот, смотри, сделала девочку. Сама девочку сделала сама. А это папа. Это папа, хорошо. Вот получилась у Алис вот такая девочка. И папа. И папа. Это папа у девочки. Ну хорошо. Вот так. Девочка, папа, ну что, еще давай что-то одно сделаем, мы будем уже заканчивать, да? Что еще мы сделаем одно? Зеленый. Зеленый. Ну давай сделаем зеленый. А еще хочешь попробовать? Смотри, есть какая штука. Смотри, Алис. Вот, вот так вот. Теперь прокати один раз, Алис. Один раз прокати. Один раз вот так раз туда и другую сторону.
чтобы отпечаток остался. Вот, молодец, все. Я папаку, я папаку. Ну давай, тебе сделаем зеленую, давай. Тебе будет зеленая. Хотя на самом деле, ты видишь, это чтобы делать оружие. Это для того, чтобы делать оружие. Ну для чего? С двумя глазиками. Подожди, я делаю ротик. А, ты делаешь ротик? Ну хорошо, сделай ротик. Носик. Носик. Ты хочешь ей сделать носик? Вообще-то у нее нет носика. Но если хочешь, сделай. Так еще лучше будет. Давай. Усовершенствуй немножко. Давай. Правильно, так лучше с носиком. Получился носик? Ой. Ой, как здорово. Ну вот. Носик. Теперь у нее есть носик. Вот. Теперь еще носик есть. Я был носик. О, а у него нет носика? Да, у него нет. Ему не хватило носика. Носик! Ему некуда носик, Олеська. У него там глазик занимает все место. Ему носика-то некуда налепить. Желтого не осталось. А, смотри-ка, здесь есть кексик. Давай мы с тобой еще сделаем маленький кексик. Хочешь? Да. Давай. Какого цвета кексик будет? Голубенького? Нет. Да, сверху голубенького, а снизу белого. Смотри. Вот здесь будет белый. Где больше? Где что? Ну-ка, на, посмотри хорошенько. Давай покажем. Дай. На, вот такой кексик. Ну ладно, на сегодня мы заканчиваем. Скажи всем пока. Нет. А потом будем еще играть. Давай, скажи всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ням-ням-ням-ням-ням. На какой канал подписываться, Алис? На миньоны. На миньоны, хорошо. На наш канал, на котором вы увидите много миньонов. А канал-то как называется, ты скажешь? Планета Алис! Ура! Вот такие у нас получились сегодня. Вот такой. Вот такой, покажи. Такой. Вот такой. Вот такой. Вот такой кексик. Ой, вот этот уже немножко поломался. И вот такой зелененький. Ну вот, все, пока-пока!